Всем большой привет, ребят! Меня зовут Карина Каспарянц, и я заметила, что на YouTube стало популярно видео, которое называется «Мои стильные нет». Что значит, что я сейчас расскажу вам про вещи, типы вещей, которые я бы никогда в своей жизни не надела. Но я, когда смотрела подобные видео, они говорили такие вещи по типу там «красное платье», кто-то говорил, «кожаные сапожки длинные, без каблуков». Но ведь это, по сути, в теории надеть можно, если, допустим, ты такой идешь и видишь твой фасон, и такой, да, это мое, я хоть и ненавижу там красные платья, я их надену. У меня же я собрала такие стильные нет, которые я бы не надела никогда, и я думаю, что они никогда мне не понравятся. Все говорят миллионы извинений перед этим видео, мол, не хочу никого задеть, ля-ля-ля. Ну, в общем, вы поняли, я тоже так говорю, но я не буду на это тратить 10 минут, потому что так делали остальные, но... Извините, краткость сестра таланта. Вот, так что это будут не то, что мои стильные нет, это будет мои нет, ни за что на свете, пожалуйста, только не это, стильные нет. Вот, это будет именно такое видео. Я бы хотела начать, знаете, с таких костюмчиков, комбинезон с капюшоном в виде зверюшки, такие разноцветные. Это так странно выглядит. Я не прошу вас переставать носить, если вы это любите, но я считаю, что это не модно. Это даже если ты подросток и типа пытаешься самовыражаться, конечно, ты можешь это делать, я никому не запрещаю, просто я такое не разрешу надевать своей дочери. Давайте не забывать, что это все-таки что-то из детства. Это можно надеть маленькую дочурку или сыночка в такой костюмчик миленький, когда ему до 7 лет. Но когда тебе уже 14 или 15 лет, примерно год назад я очень часто видела девочек, в основном 14-15 лет, которые ходили по улице так. Ну, это совсем не айс, если честно. Следующее, это не одежда и даже не обувь, но тоже то, чего бы никогда в жизни не стала с собой делать, это пирсинг или тату. Татушки еще ладно, это как-то еще можно. Самовыражение, там, памятная какая-то цифра, иногда даже симпатично выглядит. Я вам больше скажу, я хотела сделать, я понимала, что я никогда не сделала, но у меня было такое, блин, а было бы прикольно, да, наверное, какое-нибудь такое маленькое сердечко здесь набить, но... Сейчас я немножко выросла и поняла, что нет, не прикольно. Но пирсинг это вообще прям то, что я не очень люблю. Максимум, что я могу прям принять, но не на свою дочь и не на себя, разумеется, это пупок. И вот здесь, когда, допустим, две, максимум три дырки, больше уже точно нет, особенно вот эти наверху, no. Туннели минус. А вот здесь нос, когда губы, язык, это я тоже очень все не люблю, потому что я не считаю, что это красиво. Я знаю, что многие, кто сейчас смотрит это видео, имеют либо татушку, либо пирсинг, либо носили эти комбинезоны. И правда, я не хочу задевать ваши чувства, потому что не этим является суть моего видео. Суть моего видео, что я бы никогда не стала делать на себе или на... тех, кого я люблю, грубо говоря, я бы не позволила им это сделать. И, в общем-то, да, я не признаю это, я считаю, что этого не надо делать. Дальше у меня идет опять, возвращаемся к зверям, это волка-шапки. Я понимаю, что фотографии в волка-шапках выглядят очень прикольно, но серьезно, носить их куда-то? Нет. Раньше, когда мне было 13-14 лет, я носила маленькую шапочку в виде, не помню даже уже кого, жираф, по-моему. Это было тупо. Я сейчас понимаю, я выросла, и лучше всего, когда у тебя помпончик обычный, либо обычно какая шапочка миленькая. Следующим пунктом я выношу паленые бренды, но не все. Не знаю почему, к обуви я отношусь абсолютно нормально. Например, я могу носить Nike, Adidas, Converse, New Balance именно с каких-то интернет-магазинов, не где-то там в оригинальных магазинах покупать, потому что обувь для меня это что-то на год. И даже обувь за 20 тысяч, если я пойду куплю New Balance, я их испорчу за год. Зачем мне отдавать эти 20 тысяч, когда я могу купить точно то же самое за там 5 тысяч. А вот что касается сумок, никогда я не надену сумку какого-то крутого бренда по типу Chanel или Louis Vuitton из вот интернет-магазинов. А часто бывают интернет-магазины, в которых пишут типа люкс подделки. Чем отличаются подделки от люксовых подделок? Извините меня, пожалуйста. Они просто чуть дороже вы их продаете. Я понимаю, что есть люкс-подделки, которые просто делают очень качественно, шьют там, не знаю, каких-нибудь ателье и продают то же самое по дизайну, но просто не делают на заводах там Шанель. Но все равно, ну, если ты хочешь иметь Шанель, ты должен иметь Шанель, а не подобие. Я понимаю, что некоторые скажут, да, мне просто нравится дизайн, но я не могу отдать 200 тысяч за сумку. Так не знаю, но есть, как мне кажется, куча других альтернатив. Например, есть сумки Фурла тоже, или там Michael Kors, которые стоят чуть дешевле. Если
совсем там 3000, 5000 бюджет, то, не знаю, все равно есть варианты. Zara, Topshop, Austin, там очень крутые сумочки, так что да. Так что поддельные сумки никогда в жизни. Мне будет просто стыдно. Я просто знаю, что люди, у которых есть настоящий Шанель, они отличают на раз-два сумку. Она в доступности. Обувь еще не всегда в доступности, потому что она там где-то запачканная, ля-ля-ля. А сумку ты достаешь, ты видишь, крутишь ее. И я, например, учусь в Франхикс. У нас очень у многих есть дорогие сумки, и они прям знают, что такое подделка, что нет. И это так, типа, странно, когда у тебя подделка, и они это обсуждают и хихикают. Я такое не люблю. Так что мой вам совет: лучше покупать хорошую, не брендовую сумку, чем тратить свои деньги на подделки. А сейчас будет очень странный пункт. Я уверена, блин, до 90% вас это носит, но здесь скорее не потому, что мне это не нравится, а потому что я из этого уже выросла, я это уже пережила. Не потому, что это плохо, я говорю, что я это пережила, а просто потому, что прошел тот период, когда я это любила. Свитшоты, леггинсы и парка. Стандартный мой набор, просто я так ходила, не вылазит. Леггинсы просто стандартные черные, как типа джинсы, только леггинсы, лосины. Свитшот, у меня было так много свитшотов, не именно свитеров, а свитшотов. Просто такие какие-то пакеты, блин, с разным принтом ярким. И парки, я знаю, что есть куча сейчас крутых и леггинсов, и крутых парок, и свитшотов, но мне кажется, что я так часто носила раньше все это, что сейчас я просто уже не могу, типа не смогу к этому вернуться. У меня уже как-то глаза намозолены. Что касается таких сильных изменений во внешности, также я бы никогда в жизни не покрасилась, никогда в жизни не покрасилась, вот никогда в рыжий цвет не покрасила бы, ни за что. У меня нет никаких на это причин, я просто знаю, что на 100% мне это не пойдет. А я могла бы рассмотреть вариант покраситься в блондинку, в такой пепельный какой-то серый цвет, в еще какие-то, вот как у, например, Кайли Дженнер, очень крутые цвета она всегда делает себе, но рыжий цвет никогда в жизни. Так же, как и челка, вот такая, которая, как у Иры Ваймер была раньше, по-моему, у меня сейчас такой нет. Опять же, не потому что мне это не нравится, потому что я знаю, что это мне не пойдет катастрофически. Смотрите. Вот, ну, что это, да, кое, извините, конечно, но... Нет, спасибо. Вот, ну и последний пункт в моем списке — это конверсы на каблуках. Как же я это не люблю. Блин, ну конверсы — это такой спортивный стиль. На каблуках это вообще, ну, очень странное зрелище. Ну прям, ну вообще. Вообще не очень люблю такую спортивную обувь на каблуке, будь то Adidas, будь то еще какая-то фирма. А знаете, когда я записываю такие видео с мнением чего-то, что вообще везде любят, я понимаю, что я рискую, что кто-то, да, от меня отпишется, либо скажет, типа, а ты чё, у меня татушки вот здесь, вот здесь, здесь. Ну, я понимаю это, я это принимаю, можете отписываться. Например, Тимати, взять его. Я бы не сказала, что его портят татушки, но девочки такие миленькие, ангельские, у которых особенно цветные татуировки. Вот цветные татуировки — это то, что я вообще никогда в жизни не пойму. Даже у мужчин, даже у кого угодно. Черные еще, ну, как-то можно, типа, ну, блин, ну и ладно. Но цветные... не. Ладно, на этом все, ребят. Спасибо большое, что смотрели мое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если вы были согласны со мной хотя бы на одном пункте, то, пожалуйста, поставьте палец вверх и напишите, пожалуйста, свой комментарий, с чем вы согласны и не согласны. В любом случае, какие вы бы ни были, я вас очень люблю. Неважно, пусть у вас хоть весь шкаф обставлен в комбинезонах из зверюшек, я вас все равно люблю. Просто вы знаете теперь, что я не люблю из одежды и вообще, ну, таких вещей, как пирсинг и, не знаю, рыжий цвет. Также хочу под конец попросить вас перейти по ссылке в описании, потому что я сняла видео недавно с мамой, и там показала вам все самые-самые милые видео детства. Там, где я двухлетняя, пятилетняя, лысая, пою, танцую, рассказываю стихотворения и все такое. Я думаю, что вам это будет интересно, поэтому я оставлю ссылку в описании. Смотрите, ставьте лайки, я вас очень люблю. Пока!